Мои телепузики, мои сахарные заводы, Калуга-бандиты, жилетовские мои любимые подписчики. Ну что, пожрем на камеру? Меня только смотрят жирные, толстые. Кто на худые, на диете, вас смотреть меня нельзя. Так, ваша любимая сковородка, про нее вы забыли, не обсуждаете. Здесь колбаска, остатки, одно яйцо мужское, макароны, потом, ой, не макароны, а спагетти, и это, один зубчик чеснока, соль моя любимая, водички попить надо. Кофе сделала я, 3 ложки песка. И испекла я яблочный этот, шарлотку, ребят. Что я сейчас расскажу. Ну, и поставила ее и сижу в интернете, мандю. Ну, переписываюсь и в группе, и в интернете сижу. И чувствую такая, что-то не то. Хорошо, я успела встать, и чуть не сгорел он у меня. Конечно, сладкий очень. Может, из-за яблок я здесь сверху попробовала. Я еще не пробовала. Да, мне не жирно, вам не знаю. Хватит жить, как попало. Будем, как придется. Еда – это чудо у меня. Я вчера не выходила в стрим вечером. Отдохнула, ребят, целый день лежала. Ну, с утра дела сделала, целый день лежала. А в Ютубе новости, там блогеров смотрела я. А потом этого смотрела. Одного блогера, он уже раз попадался, его показывали по телевизору. Ну, я не подписана на него, просто в Ютубе молодой блогер. Я не знаю, ему сколько, 21-22. Депортацию делают его. Ну, что-то натворил он там. Натворил его вчера обратно. Не знаю, что он там. Может, показывали в Молдавии его. И он все это стер. Вы что думаете, за нами не следят? Еще как. А там же скачали. Белобрысый такой. Я вам говорила, он на суд пришел. С какими-то рожками, наушниками. Угу. Может, уже отправили? Угу. Сейчас расскажу. Подвал Ильича, ребят. Я давно подписана на его. Вот. Я на маму подписана. Мама там кулинария и на папу. Они втроем. Ну, они пожилые. Я это Ильича, он что, 24/7, что ли? У него, как не зайду, у него стрим. Он не выключает. Ну, там нет никого, народу у него. Я вот и сейчас понаблюдала, и вчера понаблюдала я. И до этого наблюдала тоже, у меня нету. Ну, мало там, 5 человек пишет, как не зайду. Ну, у них, наверное, время другое. Я в 6 встала тоже, чуть попозже пошла к нему посмотреть. Ну, наверное, время другое у них. Там какая-то семейка, я не пойму. Папаша ругается. Мам, они потом выгоняют его. Ну, у них 3 канала.
разные у мамаши. Мамаша жрачку показывает. А он лежит на диване с котами, кошки. Я тему не пойму там. Какая тема? Мать-то хоть жрать готовит. Ну, кулинарным. Эдика пошла вчера, посмотрела. Два видео было вчера вечером. Вот. Еще какой-то покупатель приезжал к ним. Ну, я так быстро, раз его. Пошла к Самвелу, сидела на эфире. Ольга мне пишет, Гусева, что видела мать Татьяну Васильевну, или видела, я обрадовалась. Вот что школьники делают. Боже упаси. А потом будет говорить нет, будет друг на друга спирать. Боже упаси. Ну и, короче, я смотрела, ходила к нему, потом Андрюхе Одноглазову пошла, смотрю, потом он выключил свой стрим. Потом попозже он включил. И Самвел был там в одном месте. Я не знаю, как этот магазин сказать. Ну, зайдите к нему и посмотрите. И он матери купил платье красное. Вот я смеялась, ребят. Мне кажется, он ей купил так, просто посмеяться для контента. Ей, там без слез не взглянешь. Ну, мне кажется, что он, ну что, бабша старая в таком виде. Мне... Это для контента он купил ей специально. Потом... Сегодня утром тоже посмотрела видос его. Он пришел к ней, а у нее обратно сахар большой. Вот сейчас утром я еще смотрела. Это вчера, это сегодня. Идет у меня стрим-то, мой стрим, видос. Обратно там орал на ее, сахар 8,4 или 8,8, не знаю, орал на ее. Я обратно это видос пересмотрела, вчерашнее платье красное. Ну, естественно, он купил для контента. Ну, вот что, девки, она оденет это, платье это для контента он купил. Там платье вообще, девки, идите посмотрите. Эдик их не без настроения. А сегодня утром пошла. Я же проснулась. Лежала тоже в Ютубе, везде лазила. Утром пошла. Вчера не видела я Юлькин старт. Это видос. Муж она ночью загрузила. Она в Германии, они же живут с сестрой. Там разница. Девки... У меня обратно, наверное, обострение. Обратно ржет она. Она ела без хлеба. Девки, ну я столько не съем, как она ест. Этот, такую картошку, такую тарелку толченую. Ну, зайдите, идите, посмотрите, Юли старт. Две рыбы, одну рыбу не доела. Собакам, кошкам оставила. Потом она свекла резаная. А что-то там еще, не знаю, жидкое. А, сыр. Ну, им же дают это, как беженцам.
дирки, она обратно. Но я вчера, сегодня посидела, послушала ее сестру, они же двойняшки. Сестру ни разу не видела. Серега Скорпион видел их. Я ни разу, сколько я их много лет смотрю, я ни разу. Но я хочу сказать, мне кажется, сестра поумнее ее. Она там рассуждает так. А эти, наверное, обострение обратно. Вот так. Я не могу смотреть, детки, я сразу отключаю. Она глаз. Так, как она? Так, наш это левый глаз. Если левый глаз закрывается, то все, караул. А вы еще пишете, что я столько жру. Зайдите к ней. Юля Старш. Сестра ее снимает. Угу. Но мне показалось, что сестра адекватная. Угу. Ей там задавали вопрос, она же читает. Мы же все читаем эти комменты под видео, правильно? И ей там задали. У-у-у, торт. Вам, говорит, нравится в Германии? Естественно, девочки, кому бы не нравилось, такой шанс им выдался. Чего не нравится быть в Германии? И она сказала, да, очень нравится. Они не работают 51 год или 50, что ли, им. Ой, господи, детки, так сломала. Они не работают, какие-то выплаты, ну, сами знаете. Он еще не остыл, девки. Я сейчас много съем. Я 100 лет его не делала, девки. Всегда делала, когда жила с этим в коррекционной школой №2. Всегда делала. Манник мне тоже нравится. У меня манки нету. Я бы и сделала манник. И это вот она сказала, конечно, нравится. Я ей хочу сказать, девки, а кому бы не нравилось шанс? Квартиру дали им без этой двухкомнатную. Сходите, посмотрите. Мебель, деньги дали им, мебель купили они. Выплаты. Но это не всем такое, девки. Они без мыла в жопу влезут. Но я хочу сказать, умеют, молодцы. Да, у них теперь, вот они только уехали. Но они ходили везде, регистрировали. Не всем так повезло, как им. Вот. А что хочу сказать, девки. Ну, перед тем, как залезть, видео сегодня смотрела. Я там еще обзорщиков видела, как и только ее... Я не стала подписываться, ребят, потому что у меня обзорщиков, наверное, 10 каналов. Там еще одна баба обзорщица на лицо не показывает. Я посмотрела, а весь канал про них обсуждает. И что? И что здесь такого? Правильно, девки? Она обижается, что это их обсуждают. Там преувеличивают, что. Пускай преувеличивают. Люди будут ходить от этого обзорщика, к ней хотят посмотреть тебя. Правильно? Меня тоже обсуждают. И что я должна делать? Да пускай. Я всегда говорю, всем хочется заработать. Угу. Ну, там много каналов обзорщиков, они всех обсуждают, как бы им нравится. И вот это сегодня увидела ее, это канал полностью у этой обзорщицы. Она, баба, а лицо нету. Только их обсуждают. Их не канал. Больше никого.
и Инку Судакову. Вы же ее знаете, ой, вкусный такой. Угу. Знаете, хочу сказать, мне надо было в другой мне выпекать, в квадратный. Ну, в квадратный я большинство картошку варю, толку туда яйца, масло, в этой выпекаю. Картофельный пирог обыкновенный, просто с чаем пить. Мне тоже нравится. И все, больше никого не смотрела. Нет, кого-то еще. А, пранка одного мальчика я давно подписывала. Ой, девки, я ржу, как попадает, я смотрю его. Молодой парень, пранк, разыгрывает, сидит в чат-рулетке. А он говорит, ты оттуда, оттуда? Он говорит, да. А тебя Алексей звать? Он говорит, да. А я эту фотографию показываю с другого телефона. А откуда ты знаешь мою жену? И это, ой, девки, я ржала. Потом еще там родители покажут, детей. А откуда ты знаешь? Ты кто? А он говорит... Называет там себя Артем, его звать, канал Артем, там дальше второе слово. Я ржу. Чат-рулетка у него. Ну, люди попадаются в чат-рулетке, вот он. Она идет. Угу. Все. А вы говорите, я ем столько. Боже упаси, сколько Юля старт ест, я столько не сожру. Идите, посмотрите. И вот она обижает, что ей. Тот раз я вам говорила, орала, что ее обзорщики... Матизацию. Ну, а как вы хотели? Матизация у них тоже включена. А у них тоже такая же работа. Да. Она возмущалась, что ее обсуждают. А кого не обсуждают? Всех. Угу. Баба, ладно, пойму, вы чего? Ой, вкусный. Ой, девки, как этот Василёк мне уже... Он у меня в телеге. Я не пойму, вы что мне гадости-то не пишете? А, испугались, что я в бан вас? Ну да. Нету гадости, прямо хорошо. Девки, торт вкусный. Яблок много положила. Не надо столько яблок. Одного было бы хватит. Это каждый по-своему делает. Я когда и смешиваю яблоки, нарежу и смешиваю. Угу. Ну, с тестом. Я, девки, обожралась. И все, больше никому не ходила. А у Андрюхи Одноглазого сейчас я не пишу, просто лайк ставлю, сижу, шпионю.
Ну, девки, там у них своя тема, я даже сама и порой не понимаю. Кокосы какие-то. Ну, я знаю, что они сейчас деньги собирают, куда-то уезжают с Катей. Они 8 лет за границей живут, кочуют. Вот у нас цыгане, а они русские. Она сама... У нее тоже канал есть. За счет этого живут донатеров. Ну, у него там богатенькие сидят. За счет донатеров сидят и по всем странам. Они везде, за 8 лет везде были. Да. И мне не жирно, еще надо кусок съесть. Бомба. Куда-то не отчаливают, не знаю, в какую-то страну. Я обожралась. Мне вчера пишут, Ольга Валерьевна, выходите эфир. О, нет. Да, я хоть отдохнула, ребят, лежала. Вообще в Ютубе некого смотреть. Ну, все, наверное, отдыхали. Я уже бы смогу. Лежала. Ой, еще что ли? Ну так. Там где-то пергаментная есть бумага, надо свернуть и в холодильник. Ой, посуду потом, вот сколько съела я. Еще надо съесть. Вот этот кусочек прям на меня смотрит. Ну, я хочу сказать про это платье красное. Он сам ржал, как дурачок. Там и комменты... Я комменты чуть-чуть почитала, не стала, девки, там... Ну, нарочно для контента купил. Ну, вы что, бабка старая, такое платье день красное. Тем более, вы знаете, она хромает. Ну, да. Ой. Все, наелась, ребят. Сегодня в 7 часов выйду. Я, наверное, не буду обедать. Объелась, ребят. Вот я первый раз вот это поела. Не буду обедать сегодня, ничего. Ну да. Ладно, ребят, приходите в 7 часов, ладно?